Алло. Ничего не рычит. Давай, Сереж, я. Эй, умница моя. Попробуй потихоньку. Пойдем, мое солнышко. Пойдем, зайчик. Он, наверное, уже обездвижен, бедный. О, Господи, как же он туда упал. Да это, скорее всего, человек сюда скинул. Думаешь? Ну, да, блядь. Лестница, нормально стоит. Серега, поставь лестницу. Да как он поставит? Сейчас, мой золотой. Во. Так. Нет, Сережа, криво ставишь. Сережа поставил криво. Сюда. Вот так. Попробуй. Так, Саша, можешь принять? Да я вот сейчас зашиву. Аккуратно, аккуратненько так возьми. Сможете? Ага. Иди сюда, малыш, иди, мой хороший. Тихо. Тихо, тихо, давай тихо. Фокусить. Ой, возьми его просто, вытаскивай. Ой, ты мой. Держишь крепко? Не бойся, опа, малыш, не бойся. Не бойся. Ты мой хороший, иди сюда. Выходи. Выходи сюда, сейчас я. Иди сюда, выходи, Саша, держи. Так. Не бойся, не бойся. Ребята, а наш старичок из подвала. К нему мы сюда сейчас посадим двух девочек еще. И он будет спокойно жить. А это рядом наш другой козленок завывает. Потому что ему одному скучно тоже. Да, маленький? Ты мой красавчик. Вот такой старичок наш, которого вчера достали из подвала. Ты мой золотой.